Протягиваем выпуск. У Чернігові подвели выники международного проекта «Активизация малого и среднего бизнеса у приграничных регионах Украины и Беларуси». Там прошла конференция, которая собрала представников мясовых органов улады, партнеров и экспертов проекта. Подробности у сюжете Марины Джалай. Реализацию международного проекта «Активизация малого и среднего бизнеса у приграничных регионах Украины и Беларуси» финансовал Евросоюз. Проект входит в программу трансграничного сотрудничества краин усходнего партнерства. Подчас выниковой конференции партнеры, эксперты, представники органов улады и предпринимальники обмерковали потенциал и махчимости сотрудничества соседних регионов двух краин. Международный проект охопил Гомельскую, Киевскую, Ровенскую и Черниговскую в области. Координовал его работу Славутичский городский совет. Одним партнером с нашего боку был Белорусский гандлево-экономичный университет с поживецкой кооперацией. В конференции приняли участие мэр городов, участников проекта, и был подписан меморандум о сотрудничестве между городами, участниками проекта. Кроме того, на конференции были вручены сертификаты участникам тренинга «Аспекты трансграничного сотрудничества». Консультанты в будущем будут работать в центрах трансграничного сотрудничества. Создание и развитие центров трансграничного сотрудничества, в принципе, являлось главной целью проекта. У Гомельской области створены два центра трансграничного сотрудничества. Они действуют на базе Белорусского гандлево-экономичного университета с поживецкой кооперации и Рогачевского центра поддержки предпринимательства «Леон». Они оснащены всем необходимым обсталеванием. А план работы центров распрацеваны до 2020 года. Университет кооперации является предпринимательским университетом. Университет готовит кадры для экономики стран ближнего и дальнего зарубежья, а также ведет активную работу по подготовке действующих предпринимателей для реализации, в том числе и планов по трансграничному сотрудничеству. Дарыши, консультанты Центра трансграничного сотрудничества примут удел у Международном тыдне молодежного предпринимательства. Он пройдет в Белорусском гандлево-экономичном университете с поживецкой кооперации с 13 до 17 мая. Тыдень будет складаться с чемпионату молодь и предпринимательства и Международного форума молодых науковцев «Молодь для науки и предпринимательства». Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».